Всем приветствую, дорогие зрители на своем канале. С вами Макс, и сегодня мы поговорим об обновлении Grim Soul версии 2.5.0. Итак, что нового в версии 2.5.0? В Лубению пришла небывало студеная зима. Плумбудинги, веселье и новые ледяные предметы и оружие ждут вас. Собирай сундуки на ежедневном событии. Ледяные сокровища. Сколько сундуков ты сможешь открыть? Хитрый Скряга задумал какую-то авантюру, но обещал поделиться. Неугомонный чумной Санта вновь открыл охоту на изгнанников. Новые морозные окрасы для волков и лошадей. Узнай, на что способны обновленные питомцы. Спасибо. Красивое такое обновление, красивый логотип, я бы сказал. Интересно, кефировцы так сделали. Разработчики. Вон, ледяной меч. О, как. Ого! Ничего себе здесь. Музычка. Так, ну музыка как была, так и осталась прежняя. Так, хижина привратника, все как обычно здесь. Но снежок. Снежок, конечно. Единственное, мне не нравится то, что здесь льда нету. Где лед, товарищи? Лед-то не сделали. Ну ладно, хотя бы здесь снежок добавили. Вон снег идет. Мне нравится, в принципе. Так, я, значит, что тогда сделал? О, праздничный носок. Плумбудинг. Плумпудинг. Забрать. Так, что тут еще дали? Типа Рождество, да? Праздничный носок, карамельная трость. Ух. Рождество. Так, ну это за деньги, я понял. Бежать в замок. Срочно. Типа надо съесть, это можно съесть, да? Постепенное лечение. 80. Плумпудинг. Ого! Ого! Праздничное лакомство, согревающее холодными зимними вечерами. Так, а это зачем? Красивое праздничное украшение. Слишком большое, чтобы носить на ноге. Так. А, это съесть можно, да? Ну, я бы сказал, что обновление прикольное, да. И мне нравится на самом деле. Сейчас нужно узнать поконкретнее, что тут еще добавили. Может быть, чумного Санту где-то можно встретить. Ух ты ж, ё-моё! Какая красота! Все зимнее теперь. А мне оказывается, здесь какая-то комната пустая, которую я зачем-то сделал. Не знаю зачем. Красиво. Мне нравится. Вот снежок. Идет снежок. Так, метель. Очень красиво, на самом деле. Приятно ходить теперь. Так. Далее, значит, что надо сделать? Вот эти вот штукенции я сюда положу. Я не понимаю. Вот если я их съем. Так, постепенное лечение. 25. Праздничный носок. Куда его можно? Куда вот я его? Ну вот, допустим. Устройства какие-нибудь есть? Нет. Нельзя. Для чего тогда нужен этот праздничный носок? Непонятно. Пока не особо понятно. Так, что здесь еще добавили? Ну, Рождество, это понятно. Ресурсы, новое что-то. Ну, нет, не особо так ничего нового-то и нет. Вот. Необходимо еще разобраться в обновлении, которое наверняка есть в официальной группе. И ведь действительно в официальной группе есть обновление 2.5.0 «Рождественская стужа». Давайте прочитаем. Этот уходящий год сопровождают зимние морозы, перезвон колокольцев и, конечно, подарки, а также гость, которого вы меньше всего ожидали увидеть у своего замка. Пора погрузиться в атмосферу праздника, полную радости и чудес. Так, неплохо, неплохо. Хитрый Скряга. Познакомьтесь с одним из самых странных жителей Лубении, хитрым Скрягой. О Скряге мало что известно, кроме того, что обитает он где-то на севере. Молва дала ему такое прозвище за непомерную жадность, дьявольскую хитрость и феноменальную страсть к наживе. Некоторые изгнанники клялись, что лично снимали негоднику дерзкую голову с плеч, но, скорее всего, речь шла о не менее удачливых родственниках.
В этот, вот он как выглядит, в этот раз Скряга задумал какую-то сложную авантюру, с которой не справится в одиночку, поэтому он будет просить вашей помощи в обмен на невиданные прежде свитки заморозки, зелье заморозки и ледяной топор, о которых мы расскажем ниже. Интересно, где он их раздобыл? То есть тут в обмен надо собирать вот эти вот штуки, я так понимаю. В принципе, я понял. Я понял, в чем дело. Так, значит, будем обменивать на какие-то тут прикольные штучки. Ледяной топор надо как-то, да, взять. Непонятно, зачем Скайге понадобится столько праздничных носков, но, скорее всего, найти их можно на участках ваших соседей. Пробираясь на чужую территорию, на всякий случай захватите топор и старайтесь сильно не шуметь. В тумане рыскают леденелые. В подземелье вновь был замечен тайный зал, красиво украшенный к празднику, в котором наверняка есть сундук с праздничным добром. У чумного Санты и крупных противников тоже наверняка завалялась парочка. Ну а больше всего носков можно собрать на событии ледяные сокровища. Опа. Вот оно событие это. Угу. Это интересно. Ледяные сокровища. Стоп с колокольчиками в центре поляны будет смотреться как вызов в любой точке мира. Что уж говорить о чумных землях. Позвонив в колокольчики, прислушайтесь и сразу бегите на звук упавшего с неба сундука с подарками. Чем раньше вы его откроете, тем меньше врагов сбежится на этот шум. Угу. Всего таких сундуков может быть 7. Но тут важно рассчитать свои силы и вовремя остановиться, чтобы повторить попытку открыть все сундуки на следующий день, подготовившись получше. На событии можно разжиться праздничными носками, угощениями, зельями, свитками заморозки. И не стойте под падающими сундуками. Событие обновляется каждый день. Так, события «Ледяные сокровища». Локации. Вся Лубения укуталась снегом, а таких лютых морозов не помнят даже отшельники отрекшихся. На локациях 2 и 3 черепа вновь лютует чумной Санта. Впрочем, для бывалого изгнанника это не проблема. Главное помнить, что негодяй ходит с помощниками, способен заморозить при ударе, и на него не действуют ваши свитки и капканы. Ох, страшно. Победив чумного Санту, изгнанник может получить не только сладости и рождественские носки, но и уникальный ледяной меч, про который вы наверняка уже наслышаны. Питомцы, значит, по Лубине пронесся слух о диковинной лошади с ледяными копытами и синими глазами, от дыхания которой веет изморозью. Во время рождественских празднований почаще навещайте странствующих купцов, ведь это единственный способ завести волшебного рысака. Рождественская лошадь – тот случай, когда животное не только красивое, но и очень умное. Возвращаясь домой без всадника, она не тратит дополнительный овес, и ее максимальная сытость всегда 250. Но для этого необходимо стойло, так что я не смогу, наверное, сделать. Не только лошади хорошо приспособились к аномальным холодам. Вы можете встретить на локациях и чудесных зимних лютоволчат. Морозно-синего, морозно-зеленого и морозно-сиреневого окрасов. Такие волчата по определению не бывают обычными, только редкими и лучшими. Неплохо, неплохо. Их особая ценность не только в сказочном виде. Эти лютоволки обладают исключительными способностями. Если ваш питомец окажется уникальной или легендарной редкости на 8 уровне, он гарантированно получит способность ту же, благодаря которой атаки волка могут на время заморозить противника. Кроме того, на 6 уровне у любого зимнего волка обязательно будет или новая способность мороза, замедляет скорость передвижения атаки противника, или уже известные северный, который увеличит урон питомца на северных локациях. Ну, красота, что хочу сказать. Мороз, стужа. Так, волчат можно найти не только на локациях, но и в именте купцов, а также получить при покупке наборов с волчатами в игровом магазине. Предметы. Эта зима оказалась богатой на новые предметы и сюрпризы, перед которыми не устоит ни один изгнанник. Ледяной топор, удар с искрящимся тяжелым лезвием, существенно замедляя скорость передвижения и атака противника, ледяная палица. Ох, ничего себе. Свиток заморозки, так, зелье, так, рождественский короб, мягкий, нарядный. Так, а где его можно найти-то? Чуть непонятно. Ну, ладно. В общем, что хочу сказать. Очень интересное такое обновление. Дальше вы сами там можете прочитать. Я ссылочку постараюсь оставить здесь в описании. В общем, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, если обновление понравилось. Мне действительно нравится. В скором
В будущем будет, скорее всего, поход на локацию. Три черепа. Буду искать чумного Санту. В общем, кого-нибудь да найдем. Все, всем до скорых встреч. Пока-пока.